Дайвинг – это болезнь в хорошем смысле слова. Подхватив ее однажды, люди стремятся еще и еще раз испытать непередаваемое ощущение драйва. В дайвинг-клубе «Морской еж» собираются единомышленники, чтобы обмениваться опытом, впечатлениями и, конечно, проводить свой досуг с пользой для души и тела. Дайвингом я заболел 2 года назад. Заболел, и нужно было как-то мне найти, кто мне дальше научит. Дайвингу, плавать, держать равновесие, погружаться. Кто научит меня единственным, значит, местом в нашей Ивановской области? Это клуб «Морской еж». Чтобы чувствовать себя под водой уверенно, необходимо учиться. Сначала основательные теоретические занятия в классной комнате, и только потом практика. Сперва в бассейне, затем на открытых водоемах, озерах и речках. Павел – начинающий дайвер. У него было только пока одно погружение. В клуб «Морской еж» пришел, чтобы набраться опыта. В первую очередь тут учат не бояться воды. С оборудованием, чтобы здесь правильно обращаться. Это кажется вроде легко, там дышит, да нет, тут очень много есть мелочей, каких-то тонкостей. Молодежь вместе с инструктором осваивает технику безопасности, особенности сборки и разборки снаряжения, основы правильного ухода за оборудованием. Дайверы поопытнее изучают специфику работы в сухом костюме, который позволяет погружаться в холодную воду. Каждый из дайверов ставит для себя цель, которую хочет достичь, и уверенно к ней идет. Клуб собирается в марте уехать в Рязань, понырять подо льдом. Там есть хорошие реки, там можно посмотреть, там вертолет, автобус, там еще что-то есть. Вот. Но без соответствующего обучения, без соответствующего сертификата меня туда никто не пустит. Вот для этого мы сейчас обучаемся. Через 2 недели, значит, мы в первый раз нырнем под лед. Вот, пройдем обучение до конца и в марте вперед. Когда теория усвоена, инструктаж пройден, а оборудование проверено, можно погружаться. В бассейне будущие дайверы отрабатывают ряд упражнений для безопасного ныряния до тех пор, пока человек не почувствует себя под водой уверенно и сможет обслуживать себя сам, без посторонней помощи. Для этого нужно выполнить ряд упражнений. Допустим, плавание с трубкой по пояс, плавание с регулятором под водой. Вдруг в маловероятном случае можно выпал регулятор, как его вставить обратно назад в рот, как прочистить маску, если в нее попала вода. В маловероятном случае может закончиться воздух, как себя вести в этой ситуации, всплытие, погружение. То есть вот ряд таких моментов мы все отрабатываем в бассейне, и в последующем, соответственно, мы их, эти знания, навыки применяем уже в открытом водоеме. Дайвинг – не самый бюджетный вариант досуга. Качественное, а самое главное – надежное оборудование стоит недешево. Но не обязательно его приобретать, чтобы приобщиться к любителям погружаться под воду. Тот, кто не может купить, мы, говорю, в клубе даем в аренду. Тот, кто не может оплатить эту аренду, привлекаем к каким-то работам. Принести, помочь забить баллоны, доехать до места погружения. То есть физическая работа. И если молодежь, особенно студенты, приходят к нам, очень увлечены этим занятием, видно по глазам. К нам в клуб приходит человек. Если я посмотрю в глаза, я вижу, если глаза горят, человек остается. Если ему это не нравится, то он уходит. Клуб «Морской еж» создан прежде всего для приятного времяпрепровождения. Интересные места для ныряния дайверы ищут по всему миру. Правда, в этом году из-за нестабильной экономической ситуации внимание решили сосредоточить на российских водных просторах. Мы будем покорять Карелию, будем покорять Баренцево море, Черное море, Азовское море, то есть Балтика, любимая наша, город Санкт-Петербург, Ладожское озеро. То есть этот год мы больше посвятим России, потому что, к сожалению, за границу немножко сложнее стало ездить из-за курса валютного, но надеемся, это временное все, надеемся, и я надеюсь, что точно так будет. Будем выезжать дальше за границу. У каждого дайвера есть своя мечта. Кто-то грезит посмотреть на красивые коралловые рифы и разноцветных морских рыбок, кого-то зачаровывают потонувшие военные корабли. Кто-то ставит для себя целью покорить неимоверную глубину. А для инструктора по дайвингу и подводной охоте Олега Вольфа личный рекорд – это число учеников, которых уже больше 1000. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.